Усім привіт! Готуємо сьогодні, продовжуємо готувати смачні карамелі. І до нашої кухні ми запросили Олену Габайдуліну, майстриню з виготовлення будь-якої карамелі. Карамель буде сьогодні різнокольорова і з фігурками, ось такими. Це можуть бути бабки, може бути навіть поросятко. Ось такі гарнесенькі сьогодні у нас будуть карамелі. Олена, я тебе вітаю у нас сьогодні на нашій кухні. І я знаю, що ти зробиш супер карамелі. Добрий день. Сьогодні буде замечательная карамель, і ми будемо изучать, як лепить карамель своїми руками, як із теплого пластилина. І для этого ми сейчас приготовим карамель, но вначале ми розкажемо, як ми будемо це все делать. Карамель получилась красивая, чтобы была реалистична, мы используем оттиски. Например, вот это крылья для бабочки. И мы потом карамель сюда сверху поставим. Можно даже сделать двухсторонний оттиск, тогда крылышко будет с двух сторон красивое, либо односторонний оттиск. У нас есть красивые вот такие тоже метелики маленькие, стрекозочки, да, это больше как стрекозочка, да, но я вот эту часть использую для внутренней части бабочки. То есть, чтобы, получается, я стрекозку обычно не делаю полностью, а только серединку. А я сегодня зроблю, можно? Да, сегодня можно. Также можно сделать вот такие красивые, это может быть для листиков или для красивых цветов. Слухай, это же может быть взагалі прикраси. Да. И можно поставить такой классный букет, да, с карамелью. Да, да, и на стол даже на можно, свято. И в торт, конечно. То есть даже мы сегодня, я специально принесла вот такую Happy Birthday, с днем рождения надпись, будем топеры делать. Мы для этого будем использовать длинные палочки, заливать карамель, и потом просто можно в торт ставить красиво. Но самое главное, что мы будем делать несколько цветов, но варится только один натуральный цвет, а потом мы расскажем, как окрашивать. Ну что ж. Приступим. Поехали. Да. Для того, чтобы получилась карамель, нам нужен обычная кастрюлька, сахар, вода и уксус. Уксус у нас стоит уже возле плиты. Уксус яблочный. Мы его туда поставим и будем сейчас засыпать, потому что уксус мы добавляем только после закипания уже. Итак, смотрите, сахар обычно насыпаем где-то 300 грамм. Я уже сыплю на глаз, но лучше всего использовать 300 грамм сахара и стакан воды сверху. Засыпаем мы вот таким образом, аккуратно, чтобы на стенки сахар кастрюли не сильно поступал. И заливаем водой так, чтобы сахар весь полностью покрылся водичкой. Примерно на 1 сантиметр сверху. Можно на глаз делать, можно просто 300 грамм сахара, стаканчик воды. Вот так, уже покрылся цукор водой, и можно ставить на плиту. Да, мы включаем на максимальную конфорку. Если это газовая плита, то тогда просто, чтобы не разъедало, не горели наши бортики. И ставим прямо на плиту и помешиваем постоянно до закипания. Самое главное, чтобы карамель полностью растаяла, вернее, наш сахар, и чтобы он не пригорел, потому что вот иногда бывает даже прямо крупинки сахара чувствуются, как они пристают. Вот попробуй. Угу. Вже починає цукор шуміти з водою і з'являється така невеличка пінка. Вот когда пена поднимается, нужно обязательно держать рукой за ручку, потому что мы наливаем уксус, помешиваем, и если пена не оседает сразу, нужно сразу не дожидаться, чтобы она на плиту вылилась, а немножечко приподнять ее, и она ось, тогда осядет. Дивись, Олен, ось тут да, вже, вот пузыри, вже починається. Когда пузыри начинают закипать, мы добавляем где-то от чайной, ну, на лепку я использую часто столовую ложку уксуса, яблочного, винного или обычного столового. Вот начинает закипать, и выливаем столовую ложку, и помешиваем. Когда помешиваешь, просто смотри, вот сейчас будет подниматься пена, если она не сильно поднимется, значит не поднимаешь, если резко поднимается, то тогда приподнимаешь кастрюлю. Угу. Ну так, трошечки можно, трошки, в принципе ничего такого не сталося, и мы бачимо вже, що прозора стає рідина, так.
але з боку є піна. І цю піну треба забирати, мабуть, так? Да, тобто вона повинна немножко прокипіти зараз, промішати. А потім ми беремо силиконову кісточку і стаканчик з водичкою, обычный стакан з водою, і просто немножечко кісточки і розмиваємо цю піну, буквально чуть-чуть. Старайтесь делать так, чтобы ваше лицо было не над плитой и не над кастрюлей, потому что бывает так, что если очень сильно кипит карамель и туда попадает свежая холодная вода, бывает прямо пузыри поднимаются вверх или резко пар горячий. Взагалі така справа трохи небезпечна, треба подалі тримати дітей, да. Нехай вони краще з вами ліплять вже потім. Дітей можна пускати за стол тільки після того, як ми вже розольємо карамель, після того, як вже почне формуватися маса, тоді вже, коли вони візьмуть карамель, вона не залипнет в руки. И просто будет как таким вот кусочком обычного пластилина в ручках. Вот тогда только детей можно. Мне так подобается, уже прозора стала рядина. Сейчас уже можно не мешать. Мы ставим палочку сюда, в стаканчик с водой, просто ставим. Угу. Да, она еще прозрачная. То есть, когда карамель прозрачная, когда у нас видно дно карамельки, то тогда она еще не готова. И мы, когда довариваем, мы обязательно туда посматриваем, но у нас есть спокойно минут 10, и поэтому мы расскажем, что мы будем делать. Можем сделать корону даже небольшую. Ничего себе. Вот такие красивые коврики. Вот смотрите. Корону? Да, то есть небольшую. Для справжнего карамельного короля? Или королевы, да. Або королевы. Вот такие коврики, они продаются в магазинах. И вот здесь прямо есть выемка, куда можно даже разлить карамель. То есть если человек не умеет делать массу, да, карамельную, как я, то просто можно аккуратно, тоненьким слоем наливать карамель и палочкой вот так до краев ее растягивать. И у вас получается вот такая длинная корона. Ее можно потом соединить. Но сегодня мы сделаем буквально вот 2 или 3 кусочка. Будет просто такая, как тиара у нас небольшая. Ой-ой-ой. Будет очень красиво, да. Это очень красиво на тортик. Вот многие мамочки для своих детей, особенно до 5 лет где-то, сами пекут торты. Для принцесс. И для мальчиков тоже, я знаю. Потому что они боятся покупать, пока маленькие дети, даже хороший кондитер, если ты в нем не уверен, то проще самому дома сделать. И я знаю многих мам, которые сами делают. Звичайно, звичайно. Коли ти сам готуєш, ти знаєш, що ти туди додав. А маленькі, конечно, діти, вони ж просто можуть захворіти потім, так? Конечно. Ну, це у нас як тут зараз процесом? Жовтіє? Нет, ще варится. Ще ми ждемо. Головне, щоб не згоріло. Ні, воно не згоріть, не переживай. А, слухай, ось такі от листочки теж. Это как пёрышко. Это тоже формочка. Заливается вот сюда карамель, а этот сверху оттиск ставится. Класс. И у вас получаются пёрышки. То есть как бы вот такими вот нехитрыми приспособлениями, которые продаются в любых кондитерских магазинах, можно их просто купить, даже не нужно лепить. Вы просто взяли себе, например, 2 стрекозки, одну свинку, одно перышко, одну бабочку и прямо выливаете сверху. Класс. Но лепка, конечно, получится красивее, но мы покажем одну лепку, а одну как на бабочку налить. Я покажу и кусочек как сюда вылить, как распределить. А можемо показати, що у нас тут виходить? Да. Да? Можемо, конечно, показати. Подняти можна, да. Дивіться, що тут у нас виходить. Щоб ви побачили, наскільки прозорою вона може бути. Красителі можна додати во время варки після уксусу, але так як нам потрібно 2 цвіти, то додається вже в готову карамель, тому що так вийде тільки один цвіт, а коли готова карамель, можна зробити 2 цвіти і навіть натуральний залишити. Тобто вийде, по суті, 3 цвіти. От корону ми зробимо з натурального цвіту, а 2 красителі окрасимо і зробимо різноцвітні бабочки. Ну кудись налимо потім, чи як? Перелимо? Звісно, так. Да. Угу. То есть окрашивать можно на вот ковриках. Вот мы будем карамель разливать на силиконовые коврики. Коврик, если вы обратите внимание, он с продольными вот такими нитками, да. Если будут квадратики, то квадратики лучше не покупать, потому что карамель в них может отдельно застывать и не получится сформировать. Либо продольные, либо вот такая вот тарелочка, которая просто с бортиками. Есть, кстати, квадратные такие с бортиками. С бортиками удобно, когда только-только человек начинает работать с карамелью, потому что здесь, в принципе, многим страшно, что карамель рядом с тобой, и они боятся ее трогать. А вот тут не страшно, она подзастынет, можно вот так прямо вот даже не касаясь вот так собирать, пробовать рукой, аккуратно цеплять, и оно все будет красиво. Самое главное смотреть внимательно, чтобы
не было выемок в этой и рифлености снизу, потому что коврик с рифленостями вот такой, он не даст сформировать. Все добре. Вот у нас потихонечку начинает образовываться пена. Мы даже можем показать, что становится белее карамель. Видите, она становится белее и пены много. Це значить, що вона вже майже зварилася, так? Ні, це вона тільки на етапі доварювання. Вона, да, то есть, как бы, она, когда, она ще поки жидка. Вот можна проверить очень просто. Когда карамель вот так скапывает, как водичка, это она жидкая. Ну, так довгенько варити її. Все залежить від плити. Ну, але обережно. Оце єдине правило, що потрібно осторожно, конечно, розуміти перед кожним варінням карамелі. Ну і не допускати дітей, звичайно ж. І, якщо чесно, якщо в домі є маленькі діти, то краще закривати двері на кухню, коли варите карамель, либо ставити на конфорку туди далі. Тому що якщо ви відворачуєтесь і ребенок з вами на кухні, то дуже легко потащити це все. А температура карамелі – це навіть не просто кипяток. Це 165 градусів, і там сумасшедший жовт. Так. Проверяемый карамель всегда в стакане с холодной водой. А вот она уже трещит, поэтому масса у нас сварилась. Все. То есть, как бы мы обязательно выключаем плиту. Готово, так? Да, уже все. Вот класс. Выглядит вот так масса наша карамельная, когда она готова. Вот она с такими пузырями, желтенькая, закипевшая. Обязательно, чтобы все пузыри осели. Нельзя ни в коем случае сейчас разливать. Слушай, как она пахнет. Аромат, конечно, божественный, да. Буквально минуты 2-3 осядут пузыри, и она чуть-чуть схватится, то есть как бы она доварится. То есть поэтому ее доваривать до прямо темно-коричневого цвета нельзя, потому что в процессе карамель сама себя доваривает из-за высокой температуры. То есть многие кондитеры, даже когда делают карамель, они прямо на ледяную баню ставят кастрюлю, чтобы кастрюля переставала варить карамель себя. Вот когда она жидкая, вот ей надо чуть-чуть еще дать постоять, потому что все равно она будет стоять либо в коврике, чтобы загустеть, либо здесь. Лучше пусть она постоит здесь и уже разливать потом массу, потому что на таких ковриках, когда разливаться будет, там нужно следить, чтобы оно не потекло. Поэтому таких я рекомендую уже брать, когда вы умеете работать с карамелью. Проще всего в таком разливать. Ну и мы же, звичайно, спробуем. Кстати, пока мы можем разлить вот сюда. Свинок там. Я сейчас как раз покажу, пока она стоит. Кстати, хорошо, что ты напомнила, благодарю. Вот в эти формочки разливается карамель, когда она только сварилась и осели пузыри. Ждать сильно нельзя, потому что карамель вязкой становится, и она не попадает в эти маленькие буквочки. Ой, вот мы сейчас как раз сделаем одну бабочку, вот такую. Я покажу, как разливать. Как это делать? Вот смотрите. У нас есть маленькая форма. Ставьте ее так, чтобы вам удобно было. То есть, чтобы не вот так разливать, а ну, мне удобно, например, вот в такой форме разливать. И очень аккуратно, тоненькой струечкой мы наливаем и следим, чтобы она заполняла все края. Прям, знаешь, как по капельке. Потому что если сильно перелить, она очень быстро разольется и не заполнит эту всю форму. А потім її там трясти якось не можна? Да, можна, ну тільки попозже. Тобто, ну смотри, коли ти її розольєш, якщо ти будеш палочкою допомагати, воно може засахарити. Поэтому в ідеалі зробити так, щоб не допомагати. Ясно. Тобто карамель взагалі не можна потім... Лучше всего нет. Когда она немножечко постоит, палочку сейчас ставить пока нельзя. То есть потому что она еще жидкая, она будет выпадать. Видишь, сверху пузыри. Пузыри либо убираются горелкой сверху, либо дожидается, чтобы она чуть-чуть схватилась. И вот так вот просто постукиванием по столу они потом выбиваются снизу. То есть чтобы карамель полностью в буквы попала, потому что у нас там же маленькие буквы, чуть-чуть постукиваются. И вот видите, сверху пузыречки эти. Горелочка помогает ее растворять. И просто, чтобы не на силикон попадать, а вот так, совсем чуть-чуть. И пузыречки ушли. Повыбивали. Да, и чуть-чуть оно должно постоять, и потом мы туда палочку поставим. Я покажу, как потом. Взагалі, треба до карамели больше не торкатися. От лучше, зварили, да. Розлили, розлили или загустеваем. Что касается бабочки. Бабочка делается... Лучше либо зубочисткой, либо тонкой такой штучкой. Эта бабочка такая, для тортика может быть, потому что она очень хрупкая. И вот когда мы разливаем вот так ее, она будет такая тонесенькая, и начинаем так? Вот так растягивать, да. Дуже тонесенькая. Очень тоненькая, да, будет.
То есть это как раз вот потому что торты, особенно муссовые и кремовые, они очень легкие. Если сделать тяжелую карамельную бабочку, она просто у них провалится туда. Но тем не менее она будет очень красивая. И как раз вот эта технология, когда мы вот так делаем, подходит даже для тех, кто не умеет работать с карамелью. Потому что, по сути, сварить карамель и растянуть аккуратно палочкой труда особого не стоит. Главное следить, чтобы у вас палочка, карамелька полностью вот покрыла все крылышки Слухай, бабочки. А ты же только что сказала, что не можно ничем, ничем без обсуема. Одна сторона, видишь, одной стороной я делала, теперь я поворачиваю второй. Очень аккуратно. Я стараюсь не перебалтывать карамель, а просто поправляю. Но не засахариться ж? Не должно. Ну смотри, тут опять-таки, первое время у меня сахарились карамельки. Потом я поняла принцип, как делать рукой, какие движения делать, чтобы они не сахарились. И потом а все какие? Получается. Расскажи, можно. Вот такие. У меня получается поступательные движения. Я, получается, не мешаю и до края не достаю. Я просто верхушку чуть-чуть подтягиваю. И она сама распределяется, то есть просто даю направление карамели, и она сама туда вот так вот распределяется, буквально чуть-чуть. А можно я теж спробую? Ну, я спробую, я, можливо, залью цю бабку. Да, одну, бабочку одну. Можно. Обережно наливаємо. Олен, я вже наливаю, ти бачиш? Очень, это много ти сильно, сильно-сильно много. Так. Все, а теперь так. Просто вот так берем. Вот возьми, давай, ставь сюда. А, я теперь сама буду далее работать. Я же хочу сделать так, чтобы вот это было... А теперь палочкой вот это туда внутрь потом. Угу. И в край, да, туда. Все правильно. Такие руки, чтобы это было дуже-дуже охайно. А я пока установлю нашу палочку уже в топер сюда. Вот она уже подстыла. И можно вот так руками даже помочь, чтобы она хорошо в топер лягла. І розгладить. Ти знаєш, що мені хочеться? Щоб оці вусики теж пропрацювалися. Ага. Я тобі буду робити цвіт зелений. От тобі немножечко, нам буквально нужно немножко зеленого. Так. Я взагалі, от я люблю все натуральне. От настільки люблю натуральне. Але тут нічого не буде страшного, якщо... Ні, краситель, він пищевой. І ми, видите, коли наливаємо, ми немножечко наливаємо буквально. Один у нас натуральний для корони. И один у нас будет для розового цвета, мы листики, цветочки сделаем. Вот смотрите, карамель, она не стекает, вот видно вам сейчас. И нужно обязательно взять палочку, либо какую-то емкость, чтобы помочь ей вытечь. Потому уже что карамель, да, она долгое время застывает. Так как нам нужно еще бабочку, серединку сделать, я как раз из этой палочки сделаю нам серединку бабочки потом. Смотри, вот у нас этот будет желтый и два цвета, у тебя зелененький. Буквально маленькая капля, обращай внимание, только пищевые красители, только пищевые. Маленькая капелюшечка. О, все. Дивіться, як мало, трошечки-трошечки. Можна таким, як я, які люблять натуральне все, екопродукти, можна не хвилюватися, бо зовсім трошки. Совсем чуть-чуть. І що ми робимо? Тобто, от смотри, маса у тебе постояла, ти береш акуратно палочкою, рукою не перевіряєш, а тільки палочкою, пробуєш. Видиш, вона знімається нормально. Угу. Раз вона так знімається, то можна робити от такими движеннями. Ти просто береш отак раз і заворачуєш карамельку внутрі. Видишь, і що поступово буде зелений колір розчинятися у карамелі? І збиратися маса. Тобто таким образом ти збираєш масу. Ось так, слухай, воно на зеленку трохи похоже. Це не зеленка, ні? Да. Только по чуть-чуть, не сильно. Ой, диви, що я зробила. Нічого страшного, ні. Це просто, ні, вимається, звісно. Ти просто легенько збираєш. И все. Если краситель, такое может быть, особенно когда ты только начинаешь, твоя задача просто не сильно быстро это делать, чтобы она успевала перемешиваться. А вот что ты робишь, ты просто швидко відправляєш назад. Да, и тогда у тебя не остается этих сил. Слухай, мені треба потренуватись трошки, я ж ніколи це не робила. Конечно, поэтому я и говорю, что не страшно. Да, да, видишь? Так. А ти так швидко це робиш, я ж хочу так, як ти. За 4 роки научишся. Якщо кожного дня варити по 12 годин карамелі, може бути і таке.
и все получится. Смотри, смешивается, колер трошки смешивается. И потом, смотри, вот пробуй пальцем. Видишь, угу. Она уже застыла. И теперь так. Ты ее берешь вот так, немножечко растягиваешь, чтобы она красиво растянулась. Это будет інша справа. Так его не треба перемешивать дуже сильно. Да, только не сильно. Теперь смотри, мы должны, мы хотели сделать с тобой цветочек. Так. Зеленый цвет это нам на ножку, поэтому на листик и на ножку. Мы отрезаем ножничками, я тебе покажу, как сделать листик, а ты на ножку потом оденешь. Мы берем, формируем в виде листика на розочку, да, вот такой вот примерно кружочек, да? Так, ну это же кладем. Листочек такой. Ага. Чтобы получились, смотрим, наверное, будет красивее вот в эту сторону. И закрываем. И відтиски будут. О, як справжній вийшов. Вот. Клас. И он должен у тебя полежать Маленький. Вот сюда. Угу. И просто лежит, застывает. И теперь ты берешь ножку, у тебя есть коврик новенький, вот так. Отрезаешь кусочек на ножку, угу. Одеваешь палочку и примерно вот настолько закатываешь рукой коврик. Ну так вистачить на ніжку? Ні, така дуже тоненька буде. Да, очень тоненька так, буде, більше, чуть більше. Да. А эту мы можем, кстати, перышко показать, ой, как красиво делать. Ой, так хотілося шпірєчку зробити, так. Просто вот так растягиваем, можно тоньше сделать, можно ну, це ж так, больше. Так? Ну, смотри, чия? Сразу чия? Вот так кладешь, вот так. А теперь катаешь рукой. А, и теперь тут вот так катать. Да. Ага, я зрозуміла. И треба ж тоненьку-тоненьку зробити. Чего? Просто кружочек тебе нужен. Корону мы вначале сделаем, чтобы все успеть. Слушай, ну я наче в дитинство. Да, клади рядом. Потрапила. У нас еще, кстати, есть, что можно сделать? Можно сделать еще стрекозку попробовать успеть. Вот пока она... А свинку, это ты будешь из рыжевого робити? А мы можем, чи кстати, я? Свинку сделать напополам. Зелену напополам. Половинку такой. Смотри, це вже вот буде так. Свиняще, так. Прикольно буде. Двохкольорово. Да, вот так. І хорошо розтрамбовується. Главное затрамбовать в таку форму. І вона должна застывать. Якщо ми хотим з палочкой, то обязательно сразу вот так придерживаем палочку, вставляем. И так как у нас не хватило там чуть-чуть зеленого, то мы вот тут палочку сверху желтым закроем, потому что желтый нейтральный цвет, и оно как бы зеленый сбоку не будет. И затрамбовываем, и не вытаскиваем, пока не застынет. У нас есть корона. Сейчас мы же будем еще корону делать. Тут же ж корона. Корона помещаем к себе, потому что это все мы потом будем скреплять горелочкой. И потом еще листик слепим. Масса карамельная, вот смотри, нам нужно ее выложить, одна лопасть вверх и пошла как тиара. Поэтому твоя задача сейчас ее растянуть. Давай, вот так. Растягивать. Вот давай, смотри, давай, вот так, все. А теперь вверх. Ага. Давай, давай. Так. И ровно, чтобы она вся Перебай. Была одной, да, одного так, размера. Так. С краев. С краев вверх, вот так. Слухай, а не дуже товстенька вона буде? Чи треба таку корону? А вона ж у нас тріснет, якщо вона буде дуже тоненька. І прямо вот я й думала, що... Вот смотри, я тебе сейчас ее распределю ровненько, а теперь твоя задача ее красиво сделать и вот так поправлять рукой. Угу. Вот смотри, чтобы она у тебя одинаковая была. Вот сюда, вот так примерно. И хорошо ее спрессовывай и прямо рукой сверху разводи, чтобы она гладенькая была. Так, 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 зараз дивись, я тут я хочу трошки подправить. Угу. И вот эту потоньше угу. можно сделать угу. даже сюда. Когда мы так сделали, можно вот так сделать и ее просто вот так закруглить, чтобы она застывала. Либо рукой, либо вынимаем. Вот смотри, как получается. Ух ты! Видите? А слухай, я знаешь, я думала, вот что она вот может быть прозорою. И она будет потом прозорой. Она трошки, видишь, такая, как наче мутная. А это же оттенок. Ну, такая, я имею на увазе. Ага, ось так. Уже закрутить вот, еще так, больше. Вот так. Ага. Она вот так. А она прозорою. Можно прямо вот так? Ой, давай вот так сделаем. Дивись, тогда будет класс. И тогда так, нужно горелкой берем вот эту часть, угу. вот так, и прилепили. Стараемся, нам нужно, чтобы здесь был круг, вот таким движением выставляем, и просто, и твоя задача сейчас ее в руке немножечко вот так подержать, чтобы она таким кругом и застыла, слухай. Буквально чуть-чуть. Да. А я пока класс. Нам сделаю лепесточки для нашего цветочка. Для трояночки. Да. Так, теперь мы доделываем лепесточки для цветов. Мы равномерно распределяем в виде лепесточка, закрываем. Получается как лепесточек, который внизу поуже, и оставляем его застывать. Но прежде чем мы делаем лепестки, нам сделать нужно серединку. Вот так. Видишь, такая получается? Угу.
потому что потом будет красиво. Эту штучку можно поставить в стакан, либо держать, чтобы она не смешалась. Пока еще трымаем. Да. И у нас еще получится 4 лепесточка получается, чтобы получилось. Распределили. Сделали. Скажи, Лен, а если тонче робити пелюсточки? Очень они быстро распадаются, да? Да, и трескаются. Там буквально, если вы поставили в холодильник, то есть можно, но очень-очень бережно. Вот я сейчас покажу, какой у нас будет, пока оно будет застывать. Теперь нам нужно собирать. Мы покажем, как собрать отдельно, вот на этом цветочке. Два листика, один листик мы соберем здесь, вернее два, а два соберем с листиком. Как собирать? Если у вас нет горелки, то мы просто включаем огонь, конфорку, и чуть-чуть подогреваем здесь, вот, чтобы огонек просто был. Черным не станет потом карамель? Нет, если чуть-чуть, то нет. И присоединяем вот таким вот образом. И вот так закругляем. И у нас получается уже лепесток. Ой, слухай, схоже, знаешь на что? На калу. Можно, кстати, вот одну оставить здесь калу, чтобы красиво было. Тогда кала чуть-чуть поуже. Вот так будет, вот так. И она должна такой оставаться. А сейчас мы соберем вот еще, якби зробити жовту серединку, а тут прозору карамель, точно буде кала взагалі. Да. И смотри, угу, аккуратно, там в саму карамель, видишь, она мягкая, не касайся. Ага, вот добре, так. Бачу. Боком и вот так. Гляньте, яка краса. О, які класні. Снизу виходять квіти. Там гарячо, аккуратно. Я тримаю, все добре, все під контролем. Так. Клас. І три пелюсточки. И красиво квитки распределяешь, очень вот так. И потом отыскаем. Мы делаем листик. Берешь листик, вот эту сторону, которую я разогрела, ты этой стороной вот так и прихватываешь его. И вот так. Значит, и квиточка. Чуть-чуть держишь вот так. Пока я начинаю собирать бабочки, наша задача, чтобы вот эта киточка не упала. Добре, я буду следковать, да, за квиткой. Я проверяю, чтобы здесь все было хорошо, здесь все хорошо застывает. И теперь нам нужно собрать бабочку. Бабочка собирается очень просто. Вот у нас есть внутренность, мы ее достаем. Видите, какая смешная получилась? И аккуратно очень достаем бабочку, так как эту бабочку мы разливали. Она очень хрупкая. Чтобы ее снять, нужно сначала вот такими движениями ее поднять, чтобы полностью вот так было. И только потом аккуратно, смотрите, какая получается тонкая и хрупкая работа. Клас. Мені найбільше сподобався цей метелик. От він настільки ніжний вийшов, от як справжній метелик. І дуже подобається, тому що виглядає як цукерки з дитинства. Да. И теперь у нас есть эти же крылышки, на которые мы будем бабочку располагать, потому что ей же нужно застыть в полете. Разогреваем мы именно крылышко, именно кусочек, вот так. Опять-таки, на газ можно, только очень аккуратно, буквально чуть-чуть. Потом вот к этой вот штучке аккуратно присоединяем. Какой классный метелик выходит. Нам нужно нюансы. Где-то минут 10, чтобы это все застыло, и мы заново тогда все покажем. Угу. Ну что, тоді чекаємо, да? 10 хвилин. Ну що, 10 хвилин минули дуже швидко, тому що ми дивилися, як же карамельки застигають, як вони охолоджуються. Да, у нас уже остыла і бабочка, і цветочок вместе. Вот давай покажем вместе, как оно смотрится. Да, самое главное, просто, чтобы карамель не билась, ни об что нельзя ее бить. И когда вы будете вставлять в тортик, то просто вот так аккуратно палочкой хранить можно карамельку в таком положении, в закрытом герметичном пластиковом сосуде, либо любом другом, либо просто одеваете пакетик и вот так завязываете ленточку. Бабочка очень красивая, то есть она, ее можно окрашивать в разные цвета, можно даже несколько крылышек делать. Но когда мы варим, всегда окрашивается один цвет. Вот мы покажем. Просто неймовірний метелик вийшов. Вот а квіточка не гірша, теж да, дуже класна. Ну що, дістаємо решту, да, так? Аккуратно. І так хочеться глянути, подивитися, вот у нас яка ж свинка. Аккуратно розкриваємо зі всіх сторон, коли достаємо, і потім просто за палочку придерживая достаємо. Смотрите, яка прикольна вийшла двохсторонна свинка. Зато вот эта, смотри, яка у нас красива. А це класно, ну взагалі супер. Вже таке привітання на день народження. Ну все, для свята, для вашого вже готово. Да, то сделать такую бабочку, сделать какого-то метелика. У нас, кстати, еще даже вот такое же перышко есть. Ой, а перечко же еще у нас есть. Такими перышками просто можно вот выложить верхушку торта какого-то. И будет красиво. Вы гляньте, какая это краса.
Мені дуже подобається, що тут є бульбашки такі малесенькі-малесенькі, в самій карамелі. Я не знаю, чи це видно, але коли ти просто до очей тут наближаєш, то взагалі класно. І у нас ще так. Отака ж наша тіарочка получилась. Ось це, опять-таки, для маленького какого-то капкейка или тортика. Сверху поставить, вокруг бабочки красиво. Боже, мені кажется, этот ребенок будет счастлив. Ой, от такой замечательной тіари. Слухай, ну дивись, отак от. Ось. Помнишь, ти говорила про матовость? Вот эту матовость, вот то, что ручками брали, вот можно, в принципе, убирать горелкой. Видите, становится прозрачной тиара. Класс, оце вже інша справа. Она ну, очень красивая, она очень аккуратно, стоит. Да, вот так рукой по всей стороне, и класс. Она становится прозрачной. Все, вона тепер блищить з двох боків. Да. О, все. Ну все. Тепер вже те, що потрібно. Тепер красиво, да? Взагалі настрій просто чудовий. Ми сьогодні зварили таку кількість карамелек, що можна їсти, я не знаю, там, місяць, напевно. На самом ділі діти з'їдають. Ми нагодуємо дітей. І я думаю, що вони будуть справді дуже задоволеними. Ось, дивіться, такі класні вироби, ну просто вишукані. Зі звичайного цукру, води і трошки оцту. Трошки можна додати, якщо це є у вас барвник, зелений там чи червоний, а можна і без нього. Можна зробити таку от красу, і це буде не гірше. Ваші діти будуть у захваті. Я вам дуже дякую за сьогоднішній майстер-клас. Спасибо за приглашення. Показало стільки нам всього. Оленочка, ти зробила просто диво. Зробила настрій, зробила цю всю красу зі звичайного цукру. Молодець. Ну, приходи на ще. Спасибо.